إن شاء الله تبارك الله، سعد الله صباحكم كل خير. اليوم الخميس. Эти кадры мгновенно распространились в социальных сетях, ведь нечасто увидишь настоящую метель в пустыне. Резкое похолодание на днях случилось в Табуке, что на северо-западе Саудовской Аравии. В регионе выпал снег, и это стало настоящим сюрпризом для людей и животных. Совсем недавно снег и температура ниже нуля в этом пустынном регионе казались чем-то невероятным. Теперь же эксперты по метеорологии отмечают, что ежегодно происходит изменение климата, и в ближайшем будущем ожидается дальнейшее падение температуры в Саудовской Аравии. Стоит отметить, настоящая зима в середине недели пришла и в страны Ближнего Востока. Снегопад накрыл некоторые части Сирии, Ливана, Иордании и Палестины.